Это называется «Подарки приехали». Да вы мои зайки, да? Чего? Все игрушки мягкие, все мячики мы уже занесли в будку. А эту никак, скажи, не поддается эта игрушка нам никак. Так, деточка, отойди, мамина, отойди, моя хорошая. Чи-чи-чи, дай я пройду. Тихо-тихо-тихо. Отошли. Девочки, отошли. Так, ху там. Вот там-там, да-да-да. Да, мои хорошики? А здесь наша толпа. Эй, ребятки, вон мячики у нас все. Все мячики уже занесли в будку. Все мячики в будке. Вы мои хорошие. Вы мои хорошие. Вот так. Вот так, так, так. Да-да-да. Вся толпа сюда? Вся толпа сюда? Ай, гаврики мои, да-да-да. Эй, козлята, ну, бегом сюда к маме. Так, 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 да, мои хорошие. Маленькие мои. Мы уже выставили нас на пиар. Мы уже привитые полностью. Мы готовы к пристройству. Все детки готовы к пристройству. Да-да-да. О, в будку понатаскали все игрушки. Им здесь много места, им здесь хорошо играть. И сюда, да? Да, мои золотые. Все, мои хорошие. Так. Сеточку специально придумали, что когда заходим, чтобы малыши не выскакивали. Так, сеточку надо подровнять. Вот так. Ой, козлята. Ох, козлята мои. Огромное спасибо всем, кто приезжал на Киевский вокзал и привез нам подарки. Привезли много игрушек. И дети просто счастливы. Много пеленок, много подстилок. Благодарю вас. От всего сердца благодарю. Спасибо большое. Сегодня у нас праздник. Добра вам, люди. Спасибо огромное. От всего сердца, от всей лохматой души. Спасибо.